Всем привет! Это инопланетяшка, и он работает пожарным. И сейчас у него вызов на пожар. Поможем же ему собраться скорее. Открываем в машине отделение, кладем туда топор, огнетушитель, шланг. Закрываем, открываем ворота и вперед! У него сегодня 4 задания. Первое. Находится, ага, здесь по карте, отправляемся сразу туда. Дяденька, не падай, держись крепко, сейчас мы что-нибудь придумаем. Так, возьмем вот этот надувной матрас, надуем его, прыгай давай скорее. Нет, не хочет, вот трусишка. Ладно, пойдем сейчас с инопланетяшкой в здание, поможем ему выбраться. Так, дверь нужно чем-то открыть, дверь заперта. Так, давайте достанем вот этот проводок и откроем дверь. Давай, инопланетяшка, вперед. Так, вон он привязал свои веревки. Вот он, ножик сейчас отрежем. Пускай летит. Не ушибся, дяденька? Ну ничего, скорая тебе поможет. Не надо трусить, а сразу надо прыгать, пока не сгорел. Отлично, первое задание выполнили. Отправляемся сразу на второе задание. Так, тонет человек. Ой-ой-ой, скорее спасательный круг ему кидаем. Что? У тебя утонула машина? Ну ладно, сейчас разберемся с твоей машиной. Так, где там у нас был шнур? Отправляем вниз, маску одеваем. Вперед, инопланетяшка. Ага, вот она машина, надо ее чуть подогнать. Вот так, чуть вперед. И теперь цепляем ее. Давай, инопланетяшка, вытаскиваем. И немножко на буксире. И разбило стекло. Ну, главное, что спаслась твоя машина. Так, второе задание выполнили. Идем на третье задание. Что у нас тут? О, авария и пожар. Так, нужно срочно помогать. Сначала затушим огонь на автобусе. Отлично. Так, там еще горит между двумя машинами. Надо оттащить машинку. Так, нужно, наверное, оттащить ту машинку, которая поменьше. И достать огнетушитель сразу, чтобы потушить пожар. Слышишь меня, инопланетяшка? Я же тебе помогаю. Так, инопланетяшка что-то у нас задумался. Вот он, огнетушитель. Правильно, ставь. Так, теперь нужно будет оттащить машинку. Правильно. Буксируй ее, инопланетяшка. Есть. А теперь тушим оставшийся пожар. Вот так. Молодец. Третье задание справились. Справился у нас инопланетяшка. Получил еще звездочек. А когда получит все звездочки, он получит звание суперпожарного. Ой, у нас закончилась вода. Нужно срочно набрать ее заново. Так, не открывается. Сейчас подберем ключик. О, первый сразу же подошел. И набираем водичку до полного бака. Отлично. Теперь можно ехать на последнее задание. Так. Ого-го, какой сильный пожар здесь. Инопланетяшка, скорее забирайся наверх. Вот так, потушили. Так, теперь нужно посмотреть, что там внутри. Так, дверь открыли, здесь не пройти. Ладно, заберемся по лестнице. Полезли вверх, инопланетяшка. Ага, пожар, срочно разбираем завал. Здесь где-то должен быть огнетушитель. Так, забирай его, инопланетяшка, и тушим. Побежали дальше. Так, что тут у нас? Ага, вон внизу. Девушка-инопланетяшка, нужно как-то ее спасти. Лифта нету, есть ведерко, а ведерко нужно за что-то зацепить. Вот он и крюк. Цепляем ведерко, опускаем вниз. Садись, девушка-инопланетяшка. Поднимаем ее. Ой, она в нас влюбилась, ура. Ну ладно, любовь потом, сначала нужно потушить пожар дальше. Так, спустились на нижний этаж, нам нужен пожарный шланг. Вон он. Так, убираем ненужные ящики, забираем шланг и тянем его наверх. Туши пожар, инопланетяшка. Так, и дальше, по-моему, тоже был пожар. Для этого нам нужно ведро воды набрать с собой, чтобы, если что, было чем потушить. Так, бери, инопланетяшка, пошли дальше. Ага, вон он там пожар. Нужно отключить электричество, чтобы короткого замыкания не случилось. И вот он пожар. Тушим его. Отлично. А теперь можно брать цветочек и бежать к своей любимой инопланетяшке. Вон она, прыгай к ней. Подарил ей цветочек инопланетяшка. И они вместе отправились отдыхать. А наша инопланетяшка получила суперзвание пожарного.
Дальше продолжается история про инопланетяшку, ребята. Представляете, его похитили пришельцы, он себе отдыхал, похитили и поместили в какой-то свой космический корабль. Вот будем помогать нашему инопланетяшке оттуда выбираться. Да, давай, инопланетяшка, ты у нас сильный, тем более пожарным был. Давай, разбивай, выбирайся отсюда подальше. Так, что тут нужно сделать? Отодвинем эту штучку. Ага, ключики. Сейчас мы им подберем. Раз, два, не подходит. Третий точно подошел. Можно открывать эту дверь и бежать дальше. Скорее бы выбраться из этого корабля. Ух ты, что за приспособление здесь инопланетян? Бьются током? Ничего себе, бедная инопланетяшка, извини, конечно, но надо как-то разобраться в них. Ай, опять бьется током. Мы понажимали какие-то кнопочки, что делать с ними пока непонятно. Может быть, ай, опять ударили, прости, инопланетяшка. Вот, приспособление засосало инопланетяшку и переместит его вот сюда. Отлично, бежим дальше. Ого, какой большой инопланетянин. Ну это враждебный инопланетянин, наш добрый маленький инопланетяшка, эти какие-то злые. Ну мы его опустили и побежим сейчас дальше. Так, теперь нужно запрыгнуть наверх, для этого опустим помостик. Ага, не догнал, мы бежим дальше на второй этап. Так, что тут у нас? Какая-то фиолетовая комната, много разных гаечек. Опять получил злой инопланетян. Побежали дальше, пока он до нас не догнал. Ого, робот-одноглаз. Робот-одноглаз, как же нам пробраться мимо тебя? Вот сюда залезли. О, он отлетел, а там за ним рычажочек. Нажимаем его, и еще два рычажочка. Не догонишь, оранжевый инопланетян. Вот он, увидел нас. Ага, что ж с тобой делать? Сейчас мы как в тебя запульмунем пробкой. Получай. А сами полетели в открытый космос. Ой-ой-ой, там же холодно, инопланетяшка, держись, мы сейчас тебе поможем. Так, что дальше у нас? Наша инопланетяшка летает в открытом космосе. Сейчас мы остановим эти все механизмы, подключим электричество. Вот так, а теперь нажмем рычажок. Пух, теперь нашего инопланетяшку пробкой обратно закинуло в космический корабль. Так, сейчас мы будем пробираться. Опять получил этот злой инопланетян по голове. А мы бежим дальше. Вперед, инопланетяшка. Ой, подскользнулся. Теперь они все слиплись в каком-то оранжевом, наверное, апельсиновом сиропе. Так, нужно отсюда срочно выбираться. Что же делать? Нужно, может быть, попрыгать по этим кнопкам. По красной, зеленой и синей. И все сломать и побежать дальше. А что? Надо все им ломать, раз они взяли, похитили нашего инопланетяшку. Он после работы пожарным отдыхал себя, а тут взяли и похитили. Бежим на следующий этап. Так, здесь нужно что-то придумать. Нажимаем, так, отодвинуть один помост, отодвинуть другой помост. Нажимаем на рычажок. О, полился апельсиновый инопланетянский сок. Интересно. Так, а нам нужно на чем поплавать по этому соку. Вот такая вот у нас лодочка получилась. Прыгай в нее, инопланетяшка. Бери весло и плывем дальше. Так, куда же мы приплыли? Надо как-то пробраться. Что это упало? Ага, это батарейка. Или транзистор. Так, ладно. Поднимаем, бежим дальше. Инопланетяшка, как тебе не страшно по чужому космическому кораблю бегать? Ой, смотри, они, оказывается, это инопланетяне действительно злые. Они вон рыбу и человека подсоединили к каким-то проводами, в колбах держат. Точно отсюда надо выбираться. Точно, скорее, здесь очень опасно. Беги! Так, а это что за механизм? Помост тут. Ладно, пройдем дальше. Ага, здесь нужно открутить болтики. И открыть, а теперь прыгать в эту дырочку. Четвертый этап пройден. И теперь нужно получить пятую звездочку. Ух ты, космический корабль, на нем можно отсюда улететь. Только как бы нам в него пробраться? Отсоединяем стыковочные штучки и прыгаем в корабль. А, инопланетян злой. Скорее нужно стартовать, активируем все системы.
Включаем. Так, все показатели в норме. Нажимаем все кнопочки. Корабль готов к старту. Полетели! Получай, злой инопланетян. Йиху! И наш инопланетяшка может возвращаться к себе. Но прежде чем возвращаться к себе, он полетит на другую планету. Ура! Таким образом мы прошли историю про инопланетяшку. А вот, ребята, обещанные мной ваши комментарии. Смотрите, любуйтесь. Спасибо вам огромное за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите новые-пренавые видео. Пока-пока!